Аким Уматы Бакыжан Сагинтай выразил благодарность предпринимателям и рядовым горожанам за помощь и поддержку нуждающихся. Об этом глава мегаполиса написал на своей страничке в Инстаграм. Как сообщил градоначальник, на специальный счет фонда Жан Алато поступило более 257 миллионов спонсорских средств. На сегодня помощь оказана на сумму 136 миллионов тенге. Доставлено 12 тысяч продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны, а также инвалидам, малоимущим, многодетным матерям и матерям-одиночкам. Кроме того, специальным школам, интернатам и детским домам помогли продуктами и дезинфицирующими средствами. Всего же в Алматы работают 100 волонтеров, прошедших специальную подготовку по соблюдению санитарной безопасности. Они помогают в расфасовке и доставке нуждающимся продуктовых наборов, лекарств, предметов первой необходимости. С 16 марта обработано порядка 18 тысяч заявок. В заключении Бакыжан Сагинтаев пишет, что неравнодушные алматинцы дарят надежду и уверенность в завтрашнем дне, помогая пережить трудности.